Я же хотела сообщить, господин, зачем вы поднялись наверх? Я ждал Эли внизу, она не спускалась. Я стал переживать и поднялся, подумал, что что-то случилось. Мамочка, это моя ошибка. У меня была срочная работа, поэтому я задержалась. Вы из нашей фирмы? Нет, не из нашей. Простите, я побеспокоил вас в такое время. Мы с вами не знакомы. Я Омер Джанер. Приятно познакомиться. А я мать Элиф. Я знаю, конечно, Элиф показывала ваши фотографии. Я очень хотел с вами познакомиться. А вы откуда дружите с Элиф? К сожалению, у меня не очень хорошая память. Не хочу показаться невежливой, но я вас не вспомнила. Элиф, ты не говорила обо мне матери? Можно взять эту флешку? Спасибо. Мама. Омер приехал из Италии. Он хочет быть рядом со мной после смерти отца. Соболезную. Спасибо. Значит, вы близкие друзья. Я тоже не хотела, чтобы ты узнала в такой ситуации, но... Омер мой парень, мама. Это комиссар Омер Демир. Брат комиссара по отделу уголовных преступлений. Он из Ванна. К тому же он жених Сиби Ланлач. Я скоро отправлю его обратно в Ван. Он либо уедет, либо его уволят. Он уже пережил все границы. В чем дело, Фатих? Он путается у тебя под ногами? Нет, начальник, просто не первый раз вижу его, поэтому поинтересовался, кто он такой. Хорошо, что узнал, и я могу чем-то помочь. Нет, пусть это останется между нами. Но ты даешь, Элиф, разве можно знакомить таким образом? Почему я ничего не знаю? Мамочка, ты права, прошу прощения. У меня не было времени. Я все тебе расскажу. Очень рад знакомству, госпожа Зерин. Простите, что побеспокоил вас в такое время. Я согласна, что вы пришли не вовремя, но, может, могу предложить вам кофе, раз уж вы пришли. Я бы выпил, но у меня очень срочное дело в следующий раз. Вам виднее. Мамочка, я тоже должна пойти с Омером. Мы занимаемся нашими делами. Элиф, то уходишь, что приходишь, что происходит, объясни мне тоже, пожалуйста. Я обещаю, что все расскажу, мамочка. Хорошего вечера и вам. Элиф приходила. Пришла и ушла, дамочка. Почему? Не знаю. Что происходит, Зерин? Там было какое-то видео, что они послали. Я хотела посмотреть, а тут вы пришли, и я отключила. А сейчас где мы будем смотреть? Надо было взять ноутбук с собой. И сейчас я уже не смогу подняться наверх. Ты же видел, в каком состоянии моя мать. Если зайду домой, она меня не выпустит. К тому же, благодаря тебе, они заинтересовались моим молодым человеком. Если бы ты не поднялся наверх, то ничего бы не случилось. А ты бы не тянула и взяла ноутбук, посмотрела. Я же говорю, я не смогла посмотреть. Ладно, успокойся, найдем интернет-кафе. Бибике, посмотрим. Зерин, успокойся, почему ты так рассердилась? Что-то случилось?
Нет, какой я грех совершила? Неужели можно так игнорировать мать? Мама, ради бога, расскажи, что случилось. Элиф никогда в жизни не рискнет огорчить тебя. Разве ты не знаешь? Скажи, на что ты разозлилась. Элиф тайно проворачивает какие-то дела, а я не в курсе. О, Аллах. У маленькой госпожи есть молодой человек. Не приди он сюда случайно, она бы нас не познакомила. Я очень обиделась, очень. Я не ожидала от Элиф такого. Элиф завела себе возлюбленного. Простите. А кто он? Мы должны срочно встретиться. Жду в галерее. Я узнал, кто возлюбленный Элиф. Аллах, это не свойственно Элиф, она бы познакомила. Прошу прощения, у меня нервы не в порядке. Приблизь вот это. Что Умер делает с этой девушкой? А ну, пошли со мной. Что Умер делает с этой девушкой? Как это враг? Он ездил с ней в Рим, да? Рассказывайте, чем занимается Умер. Вы чьего брата от кого защищаете? Начальник? У меня телефон звонит. Я пойду отвечу. Слушай, Умер. Алло, Пеле, ты дома? Нам с Элиф срочно нужен компьютер. Если ты свободна, приедем к тебе. Нет, я не дома, но вы можете поехать ко мне. На входе есть горшок с цветами. Под ним я оставляю ключи. Выезжайте, а мы скоро приедем. Хорошо, спасибо. Ну давай, увидимся. Умер. Кстати, девушка знает, что мы ее прослушиваем? Нет? В таком случае сразу закрой программу на компьютере. Иначе у нее зазвонит телефон, она все услышит и поймет. Ну давай, увидимся. Это Умер, да? Нет. Ну, все понятно. В таком случае, я сейчас пойду и все расскажу Али Амиру. Пусть и на вас дело заведет. Вам понравится, а? Брат, ты, конечно, можешь обидеться, но ты подумай, почему от тебя что-то скрывают. Арда, продолжай. Это не связано с работой, начальник, ты помолчи-ка. Что скрывают, Арда? А может, потому что ты угрожаешь, оказываешь давление, брат? Ты знаешь лучше всех. Если ты что-то отверг, значит, мы говорим неправильно. Подержи немного своего брата. Парень с ума сойдет, если не раскроет это преступление. Откуда ты знаешь, что он раскроет? Я стараюсь его сдерживать, чтобы он не расстроился. Вы что, не видите? Умер не вчерашний парень. Оставь, брат, пусть узнает все, что есть. Это его жизнь. Он справится и будет продолжать жить дальше. Нельзя покрывать это преступление, брат. Ты тоже так думаешь? Молодцы. Ну давай. Постоянно следи за Элиф. Хорошо, брат.
А сейчас рассказывай, зачем я сюда приехал. Этот парень появился из ниоткуда. Ни имени, ни фамилии. Он даже домой к Элиф пришел. А сейчас рассказывай, что это за тип, которого даже Ахмед не знал. Ты смог узнать? Смог, дядя. Мне эти люди сказали, что полиции быть не должно, а я постоянно нахожусь с полицейскими. А сейчас я пришла к полицейскому домой. Дома никого нет, пошли. А если ключи найдет кто-то другой, она что, совсем не боится? Элин много лет живет здесь. Ее все знают. Еще не родился тот человек, который рискнет залезть к ней домой. Пошли давай. Проходи же. Неудобно как-то пришли домой к девушке, а ее нет. Келепче, как дела, малыш? Элин мне как сестра. Я знаю ее с академии. И в ванне мы 2 года работали вместе. Наши дома стояли рядом. Деньгами тоже постоянно делились друг с другом. Вы как я с Бахар. Мы тоже такие. Он бизнесмен, да? Ты уверен? Метин, уверен. Бизнесмен, живущий в Италии. Я проверил его фирму. Они продают и покупают драгоценные камни. С Элиф они тоже там познакомились. Вместе... Что вместе? Вместе работали. Я и у полиции спросил. Человек не представляет угрозы для нас. Никого нельзя недооценивать, Метин. Нужно все знать. Раз этот тип приехал за Элиф, значит, у них тесные дела. Обоюдные. А может, Элиф по ошибке расслабилась и проболталась? Не знаю. Может, говорила о сестренке или о отмытых деньгах? Значит так, Метин, в общем. Я хочу знать, кто этот человек и что он знает. Не волнуйся, дядя, я не собираюсь спускать с них глаз. Дай воды. Что? В горле пересохло. Кухня здесь, да. А где кружки? На полке, наверное. Большое спасибо, не за что. Спасибо.
Что это? Подарок отца мне на день рождения. Он дал мне это в ту ночь. Здесь больше ничего не было? Нет. Простите, я побеспокоил вас в такое время. Мы с вами не знакомы. Я Омер Дженнер. Приятно познакомиться. Я мать Элив. Я знаю, конечно, Элив показывала ваши фотографии. А вы откуда дружите с Элив? К сожалению, у меня не очень хорошая память. Не хочу показаться невежливой, но я вас не припомнила. Ты мне не врешь? Какое еще вранье? Я тоже удивлена не меньше тебя. Не знаю, ты просто ведешь себя очень странно. У этих людей есть видео, которое мне подарил отец, а ты говоришь, что я веду себя странно. Если бы я случайно к тебе не пришел, то не узнал бы ни о посылке, ни о видео. Что ты от меня хочешь? Ты пытаешься мне помочь или допрашиваешь меня? Я их не убивала. Я не убийца. Я тоже жертва. У меня была хорошая жизнь. Мой отец убит, а сестренка похищена. Мне плохо. Все хорошо, не плачь. Прости, я чересчур давлю на тебя. Давай заварим чаю, может, попьем вместе? Мама, привет. Сыночек. Как ты? Хорошо. Опять смотришь сериал? Да. Как ты? Хорошо, мама, хорошо. Буду еще лучше. И ты будешь еще лучше. Мама, пришло наше время. Мы уедем отсюда. Послушай, мне выпал такой шанс. Папа Таяр даже не поймет, кто нанес ему удар. Нет, нет. Да, мама, да. Каждый получит по заслугам. Понятно? Отец тоже получит. Получит. Заткнись. Я ему не отец. Таяр, ну что будет, если ты о нем позаботишься? Я же тебе говорил, что никто не должен знать, говорил или нет. Он тебя очень любит. Я говорил или нет? Пожалуйста, не делай этого, Таяр. Я говорил или нет? Он твоя кровинка, твоя душа. Что случилось? Ты убежал из школы? Нет, нас отпустили пораньше. Ну хорошо, хорошо. Раз ты не можешь контролировать свой язык, я разберусь. Этот язык, он может сделать человека и визирем, а может и обозорить. Нет. Он должен думать, что я его дядя. Дядя. Thank you.
У нас будет прекрасная жизнь. И целая куча алмазов. Папа Тайяр нас нигде не найдет, потому что будет сидеть в тюрьме за свои преступления. А сын его будет носить ему трусы и носки, и сухари. Не надо. Не надо. Мама, не плачь. Я не говорю это для того, чтобы ты плакала. Я говорю, чтобы ты порадовалась. Не плачь. Не бойся. Не бойся, я теперь сильнее его. Я сильнее его, мама. Этот ролик не сделан на простом ноутбуке, очень профессионально. Где его делали? Без понятия. А мы можем узнать? Можем, наверное. Но я не думаю, что это поможет. Давай я буду думать, поможет или нет. Это взято либо из студии, либо у тебя, либо у семьи. Возможно, это маленькая улика для того, чтобы найти Нилюфер. Я спрошу у домашних. Мы можем вызвать сюда такси? На холодильнике был номер таксиста, сейчас посмотрю. Добро пожаловать. Он соскучился, ждет тебя с утра. Хорошо, что вы не ушли. А в чем дело? Простите, еще раз добро пожаловать. Дома было немного не прибрано. Да хватит уже, расскажи все комиссару. Когда мы ехали, позвонил Эмре. Пришли новости из базовой станции. Он послал тебе имейл. Сейчас посмотрю. Вот посмотри, это место, с которого последний раз был послан сигнал с телефона Нилюфер. Мама звонила, она не ответила, а потом не было сигнала. Да, мама говорила, что после того, как похитили Нилюфер, она звонила один раз. В таком случае мы нашли место Нилюфер. На, нашли. Ну давай, Умер, поехали тогда. Самолет Нилюфер был на 10 часов. Во сколько вы выехали из дома? Это в 7.30, в 7.45, кажется. Последний сигнал в 11.38. После Бибека сигнал постоянный, а через час в районе Джумхирикюэ. Значит, у них постоянное место есть. Они заметили телефон, когда он позвонил, а потом уничтожили его. Наверное, они не такие новички. Ты тоже так думаешь? Что происходит? Может, мне тоже расскажете? Что это за место? Какое место? Куда они отвезли вас? Маленький домик. Я тебе и раньше говорила, там были комнаты, кухня, баня. Это был неуютный домик, в котором стояло два стула. То есть там люди не живут. Нет, конечно, это был маленький домик. Значит, мы верно подумали. Мне тоже скажите, о чем вы подумали? В конце концов, это мою сестренку похитили. Это я с надеждой жду уже много дней. Вы нашли место Нилюфер или нет? Хорошо, успокойся, ты права. Дело в том, что в последний раз сигнал шел оттуда, куда вас привезли. Там, где вас с сестрой разлучили. Телефон они заметили потом. Скорее всего, они сменили место. То есть сейчас туда ехать смысла нет. Я с утра съезжу, посмотрю. Будем молиться, чтобы они оставили хоть маленькую улику. Как вы можете быть так уверены? А может, они до сих пор там? Почему мы не поедем и не посмотрим? Давай я тебя подброшу до дома. Но ведь завтра я тоже поеду, да? Посмотрим, я тебе утром сообщу. Этот человек, как его звали, кодовое имя которого Метин. Если он тебе еще раз позвонит, сразу сообщи мне или Арди, или Омеру. Позвони, чтобы мы могли узнать, откуда они звонили. Ты поняла? Сразу нам позвони. Мы устроим им ловушку. Если они захотят встретиться, соглашайся, но постарайся назвать свое место встречи после того, как посоветуешься с нами. Хорошо, я сделаю все, чтобы спасти Нилюфер. Не волнуйся. От нашей троицы никто не смог сбежать. Эриф, уже поздно, ну поехали. Омер, я проголодалась. Мы сейчас выйдем в дорогу, меня начнет тошнить, мы можем сделать тосты. Конечно, конечно. Спасибо.
Тосты? Ты же только что поела шоколад, а мне хочется солененького. Я так наемся. Ну, приятного аппетита. Что ты тут делаешь? А тебе-то что? Иди занимайся своими делами. Скажи спасибо, что тебя не застал Митин. Давай, выходи отсюда. Послушай, посмотри, какая красивая девушка, как цветок. Пошли отсюда, пока у нас не появились проблемы. Пошли. Ну что ты за человек? Такую девушку можно увидеть только в журналах. Нам повезло. Аллах послал ее, чтобы мы посмотрели. Оставь меня в покое, я ничего плохого не делаю. Пошли давай отсюда, смотри, девушка проснется, начнет кричать, потом будут проблемы, пошли. Ну хорошо, пошли. Я знаю, что ты не спишь. Здесь есть дорога, словно проселочная для технических нужд. А здесь она выходит на трассу. Чай поставить? Да после этого никто пить чай не будет. Подержи-ка. Элиф? Элиф. Элиф? Элиф. Как ты крепко спишь. Она и вправду спит. Элиф. 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 Омер, оставь, пусть она спит. Уже почти утро. Я знаю ее проблему, но ладно. Оставь, пусть она спит. Мы тоже можем подремать. Пелин, я тоже сегодня останусь у вас. Если я сейчас пойду домой, Чейде меня не пустит, а если пустит, я не выдержу ее ворчания. Ну хорошо, вы ложитесь в той комнате. Я укрою Элиф и лягу здесь. Я вообще не смогу уснуть, но спокойной ночи все равно. Спокойной ночи. Потом уберешь. Иди сюда. Умер. Брат Хюсейн устроил нам вчера допрос. Он знает, за кем ты поехал в Рим. Брат, мы сейчас поедем, покажемся перед Али-Амиром, а потом вернемся. Хорошо, если понадобитесь, я позвоню. Мы не разбудим ее. Она тоже хочет поехать, но все может быть. Я не могу взять на себя такую ответственность. Да она будет нам только мешать. Мы едем?
Элиф. Элиф. Она не приезжала. Прислала ночью СМС, что домой не приедет. Я думала, что она приедет поздно, но ее не было. Посмотри-ка. Раз не приехала, значит, все у нее в порядке. Она уже взрослая женщина. К тому же, ты не интересовалась, что она делает в Риме, чем занимается мама. Лучше бы и ты хоть немного интересовалась сестрой. Соль. Посмотри на это. Какое маленькое. Но в нем аминокислот больше, чем в других яйцах. Что такое аминокислота? Основа протеина. Мышцы насыщаются протеином. Не нужно говорить, это просто яйцо. Нужно ценить его. Доброе утро. Доброе утро. О, Мерт Паша. Добро пожаловать. Спасибо, папа. Где тебя носит, сынок? Говорил, что собираешься за границу, а потом тебя никто не смог найти. Я был в Нью-Йорке, только вернулся. Я же говорил тебе остаться, почему ты уехал? Просто так, просто поехал и приехал. Ты что, просто так слетал на другой конец света? Отец, мы можем обсудить наедине. Ну хорошо, поговорим. Алло, алло, Зерин, доброе утро. Ты звонил, Тайер? Не слышала, извини. Не за что извиняться, Зерин, я переживал за тебя. Мне позвонили из больницы и пришлось срочно уехать. Вот я и возмещаю свое отсутствие. Знаешь, что мне пришло на ум? Давай поужинаем у нас дома. Позовем этого господина тоже. Познакомимся и посмотрим, достоин ли он нашей девочки. Он тоже пусть с нами познакомится и увидит семью, в которой живет его возлюбленная. Что скажешь? Ты очень чуткий, Тайер. Это будет отлично. Не знаю, как благодарить тебя. Хорошо, что ты есть. Ты меня обижаешь, Зерин. Вы остались на мое попечение от Ахмеда. Не стоит благодарностей. Хорошо. Обещаю. Ну давай, в таком случае я позвоню Элиф, вечером увидимся. Хорошо, Тайер. Вечером увидимся. Ты не поедешь, ясно, вопрос закрыт, что ты за упрямица такая, поеду. Мы с тобой так не договаривались, ты обещал спасти сестру, я поеду. Элиф, это не детские игрушки, я могу ошибаться, а может эти люди там, все может быть. Что бы ни случилось, мне все равно. Ты что, хочешь умереть, дорогуша? Ты что, не понимаешь? По-твоему, я сейчас живу? Дышать это не значит жить. Ты это тоже знаешь. Ты не можешь просить меня ничего не делать и сидеть. Если хочешь, поезжай, но я в любом случае поеду за тобой. Вот наказание на мою голову. Доброе утро, брат. От Элиф есть вести, где она шляется? Нет, брат. Я прождал ее до утра у дома, она не пришла. Ну и? Иди и найди в таком случае. Это твоя работа, я должен знать, что делает эта девушка, понятно? Хорошо, брат.
Я пришел не вовремя. Выйди вон. Это некрасиво. Я сказала, выйди из комнаты. Это где-то здесь. Ты узнаешь? У меня были завязаны глаза, я не видела. Омер, там есть домик. Мы, кажется, нашли. Что ты делаешь? Успокойся, стой. Это может быть там. Но все, успокойся. Ты тихо пойдешь за мной. Не забывай, ты дала слово. Не нарушай его. Идем. Выйди из комнаты, пожалуйста. Пожалуйста, не надо. Ты очень красивая. Пожалуйста, отпусти меня. Идем, идем, здесь никого нет. Нилюфер, Нилюфер, отпусти. Я же тебе оставил девушку на попечение. Не оставил разве? Брат, извини. Ты в порядке? Ну и? Нас привезли сюда. А потом пришел этот Метин. Он ударил мою сестренку, а потом спросил меня, нашла ли я алмазы. А потом... Они сказали, что я ухожу, а она останется. А когда я возразила, они ударили меня чем-то по голове. Я потеряла сознание. Я очнулась в лесу.
Люферин? Это принадлежит не Люфер? Люферин? Да. По-твоему, это может принадлежать Нилюфер? Скорее всего, они разбили телефон. Сколько ты весишь? А это тут при чем? Сколько ты весишь? Около 50 килограмм. Ну хорошо, 53,5, ты доволен? Сколько человек здесь было? Трое. Нет. Четверо. Они тебя максимум могли нести 10 минут. Идем, пройдемся немного. Все, все, не бойся. Воды. Я действительно расстраиваюсь, когда ты так делаешь. Обещаю тебе, что больше никому не позволю обижать тебя. Хорошо? Обещаю. Я очнулась здесь, а Метин сидел вот тут. Хорошо, осмотрим окрестность. Если что-то найдешь, не трогай, покажи мне. Омер? 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 Amar! Amar!
Ты мне говорил, чтобы я от тебя не отходила, а сам исчезаешь, ничего не сказав. Я хорошо знаю твой характер, поэтому попросил не приходить. У меня даже борода есть, но ты меня не слушаешь. Смотри, что я нашел. Это может принадлежать тем людям. Посмотри хорошенько, ты помнишь эти места? Через некоторое время они завязали мне глаза, и я не видела. Не проблема. Можно посмотреть. Принадлежит какому-то клубу дайвинга на азиатской стороне Стамбула. Есть и адрес, и телефон. Пойдем и проверим. Еще раз приблизишься к этой девушке, я убью тебя. Хорошо, брат. Что ты сказал? Хорошо, брат, я ее даже пальцем не трону. Если эта собака еще раз подойдет к девушке, я и тебя порежу, и тебя. Это отдел по продажам и рекламе нашей фирмы. Замечательно. Госпожа Зехра, познакомлю вас с господином Левентом. Здравствуйте, здравствуйте. Наш новый начальник финансов. Он присоединится к нам, чтобы избавить фирму от финансовых сложностей. Очень приятно познакомиться. Я принесу вам отчеты. Большое спасибо. Покажу тебе отдел бухгалтерии. Хорошо. Здесь кабинет управленца, салоны для совещания. Кабинеты для начальников в этой стороне. Здесь удобнее. Супер. Госпожа Аслы. А я хотела посмотреть, у вас в кабинете пришли вы или нет. Познакомлю вас с господином Левентом. Здравствуйте. Это старшая дочь господина Ахмета и ее муж господин Тамир. Очень приятно. И мне. Только не будем разговаривать, стоя в коридоре, хорошо? Бахар говорила о вас. Теперь мы вас послушаем немного. Давайте пройдем в мой кабинет. Бахар, у тебя ведь дела, дорогая? Хорошо. Брат, ты уйди пока, Метин до сих пор здесь. Он успокоится, а вечером ты вернешься. Я буду разговаривать, не комментируй, не задавай вопросы и не лезь в мои дела, понятно? Как прикажете, комиссар, как прикажете? Иногда ты становишься такой противной, что мне кажется, я обладаю ангельским терпением. Ты или я? А Бог в помощь. Мы можем поговорить с администратором. Кроме меня никого нет, пока сезон еще не открыт. Вы пришли записаться. Я комиссар Омер Демир. Мы должны проверить список для следствия. Для какого следствия, господин комиссар, я не могу вам сообщить. Надеюсь, у вас есть ордер из прокуратуры. Простите. Послушайте, мой муж тоже работает в охране. Мы очень уважаем полицию, но если я дам список серьезного клуба, вам меня выгонят. Мне нужна эта работа. Я понимаю, понимаю. В таком случае я поговорю с начальником и опять приду к вам. Ты до сих пор хочешь сладкую воду? Тебе же было плохо в машине. Она беременна. Ее подташнивает. Да, было бы неплохо. Что-то у меня болит желудок. Сколько недель? 10. Какой маленький. У меня 16 недель, девочка. Я совсем заболталась. Вы подождите, я принесу. У меня есть таблетки от тошноты. Спасибо. Не переживайте.
Я тоже с вами пойду. Идемте, идемте. У вас, наверное, еще пол неизвестен. Нет еще. Вы хотите девочку или мальчика? Не знаю, я еще не думала. Главное, чтобы был здоров. Вам тоже тяжело. С одной стороны, работа в полиции, с другой – ребенок, да поможет вам Аллах. Пейте спокойно, я посмотрю, как там комиссар. А кто ваш врач? Мне совсем не нравится мой доктор, может, посоветуете кого-нибудь? Господин Аркун, я его со спокойной душой вам посоветую, спасибо. Наргиз, если тебе уже лучше, может, поедем? Я в порядке, поехали. За все большое спасибо. Легких вам родов. Дай Аллах нам всем. Простите, мы не можем дать вам список своих членов, иначе потеряем уважение. Конечно, конечно, понимаем. Удачи вам. Всего хорошего. Всего хорошего. Ты смог достать? У меня. Надеюсь, ты меня не выдала. Я показал девушке свое удостоверение. Меня могут узнать в участке. О, Аллах, я что, ненормально тебе выдавать? Ну что, это я в восторге от твоего ума. А что ты знаешь о детях? В конце концов, я тоже женщина. У меня есть племянник, сестра рожала, я занималась ребенком. Как это называли? Собираешь же подарки перед рождением малыша? Бэйби-шоппинг, что ли? Сибель постоянно рассказывала, а ты, наверное, этим занималась, да? Какой же ты противный человек. Ладно, я пошутил, а ты все воспринимаешь всерьез. Вы специалист по управлению рисками. А что вы собираетесь делать в холдинге Денизер? Сначала я должен изучить активную отчетность фирмы за последние 2 года. Я вас поддержу, просто сообщите мне. Спасибо большое. Значит, вы даже не поинтересовались фирмой, которую собираетесь спасать. Вы даже не знаете, за что беретесь. Интересно. Мне некогда было изучать. Госпожа Элиф знает. Она попросила меня срочно приступить. К тому же, достаточно 1 недели, чтобы задать фирме новое направление. Ну хорошо, почему вы ушли с прежнего места работы? Простите, вы ушли или вас выгнали? Оба варианта. Нет, я не понимаю. Раз вы такой незаменимый специалист, почему вас выгнали? Простите, вот это наша добыча. Он еще хорошо сохранился после таких ударов. Хорошо, что эти телефоны быстро не ломаются, можно даже починить. Но хорошо, телефон принадлежит не Люфер, а не этим людям. Там, наверное, есть номера ее друзей и подруг. Неизвестно. Она могла сделать фото похитителя, это уже что-то. Она так плакала, я не думаю, что она могла такое сделать. Я думаю, лучше всего вы возьмите это и отнесите на фирму связи. Мы все равно пока не доберемся до Эмре. Вы же знаете, что парень днем работает. К тому же, если госпожа Элиф скажет, что это телефон ее сестры, он восстановит. Хорошо. А это дело, которым мы вместе занимаемся. Посмотри, есть ли там счета, адреса. Может, эти псы здесь? Я же все проверила, ничего не совпало. Ты проверяла тех, кто занимался отмыванием денег. Тут столько виноватых. Я пойду в туалет и хорошенько умоюсь, иначе мои нервы не выдержат.
Она такая странная. Ей говорят, не лезьте, она лезет. Возомнила себя детективом. Вообще-то очень милая девушка, а мама у нее, конечно, ужасная. А это похоже на нормального человека. В каком месте она нормальная? Просто ведьма. Давай, проходи. Я заказал тебе суши. Уверен, ты их любишь. Прошу. Я, конечно, не знаю, какие именно ты любишь, поэтому заказал все. А как я буду есть? Можешь приступать. Да, японцы знают свое дело. Этот рис не такой жирный, как наш. Можешь съесть хоть 100 штук и не растолстеешь. Не знаешь, и в чем самый смак? Не знаю. Для кого как? Вот эта штука. Чем острее, тем лучше. Вкусно. Как прошла встреча со Слой? Ну, как сказать, задавала много вопросов, я отвечал. Но думаю, она меня не взлюбила. Какая разница, что она думает? Важно, что думает Элиф. Кажется, госпожа Элиф не часто появляется в офисе. Утром она сбросила смс-ку, сообщила, что приедет, сказала, что познакомит тебя со всем персоналом, но не приехала, и я не знаю почему. Надеюсь, она найдет эти алмазы, и мы избавимся от этой игры в этой дешевой комедии. Я его мэр, будем этому очень рады, дядя Тайяр, спасибо. Да, он со мной, у него совещание, но он постарается найти время. Хорошо, увидимся вечером, я тоже целую. Мы приглашены на ужин. Я пойду, а ты нет. Мы сразу расколемся, мама за 5 минут определит, что между нами ничего нет. Здравствуйте, где у вас гарантийный сервис? Вниз и направо. Спасибо. Я-то справлюсь, но за тебя не уверен. За меня? Да ты на себя посмотри, никто не поверит, что ты бизнесмен, проживший много лет в Риме. Я и не горел желанием с тобой куда-нибудь идти. Послушай, это ты втянул меня во все это. Мы бы не оказались в этой ситуации, если бы ты не поднялся тогда наверх, и если бы мама тебя не увидела. Не нужно было вести себя так подозрительно. Это я веду себя подозрительно. Ты знаешь обо мне все, даже то, что я ем на завтрак. А я тебе ничего не знаю. Может, ты маньяк и извращенец, а я не знаю. Со стороны, так, примерная барышня, а язык без костей. У тебя или у меня? Прошу прощения. Чем я могу быть полезна? Телефон разбился. Могли бы вы достать из него информацию? Конечно. Это я-то извращенец? Господин Левент, мне сказали, что вы здесь. Да, я жду госпожу Захару. Возьмите. Это ваши документы. Простите, спасибо, что вы уделили нам свое время, но как фирма мы приняли решение не сотрудничать с вами. Но госпожа Бахар, до свидания, господин Левент. Ослы? Мэрт, как дела? Хорошо, как у тебя? Неплохо, тусуюсь. Да, я очень удивлена. Как Нилюфер? Чем занимается? Мы не виделись с ней с похорон дяди Ахмеда.
Я так зол на нее. Звоню ей уже который день, она не отвечает на мои звонки. А ты что, ничего не знаешь? Она в Нью-Йорке. Пробудет там до мая. Разве Нильфер не в Стамбуле? Мерт, к чему это упрямство? Нильфер в Нью-Йорке. И я ей передам от тебя привет, когда позвоню. Договорились? А ты продолжай тусоваться, окей? Мэрт, погоди-ка. Иди, иди сюда, идем. Мэрт, что ты делаешь? Отпусти. Ты что, с ума сошел? Отпусти. Мэрт, ты позвонил уже 1000 раз. Ты что, маньяк? Не звони мне больше, ты понял? Послушай, у меня умер папа. Что ты за человек? Позвонишь мне еще один раз, клянусь, я все расскажу твоему отцу. Я не могу в это поверить. Я ничего об этом не знала. Видео снято в клубе. В ночь, когда было совершено преступление. Когда у тебя был день рождения, ты была там? Нет, я поехала домой. Второе видео снято утром, когда Нильфер уезжала в Нью-Йорк. Перед выходом из дома. Ты знала о их отношениях? Нет. Нильфер и Мерт выросли вместе. Кто такой Мерт? Сын дяди Таяра. Это тот Таяр, который нас пригласил на ужин. Он друг нашей семьи. Он мне как дядя. А этот Мерт был на твоем день рождения? Кажется, нет. Они с Нильфер вроде созвонились, но он не появлялся. Вообще, Мерт немного странноват, конечно. Часто пропадает куда-то. Сегодня вечером ты должна меня взять с собой. Спасибо вам большое, всего хорошего. Ты подозреваешь Мерта? А какой он этот Мерт? Отец ему ни в чем не отказывает, поэтому он безответственный. Можно сказать, что у него есть проблемы с алкоголем. Короче говоря, много денег, мало мозгов. Теперь я подозреваю его еще больше. Мы друзья с детства, выросли вместе. Иногда он, конечно, перегибает палку, но людей не крадет и не убивает. Минутку, я не говорил, что он убийца. В ночь преступления Нильфер не была дома. Я помню все ваши показания. Нильфер говорила, что она была дома. Видимо, между ними что-то произошло. Или она что-то видела. Послушай, Эли, не хочу тебя расстраивать, но тот, кто вас похитил, хорошо знает вашу семью. Либо он следит за вами. Может, у него есть свой человек среди вас. Умер, ты понимаешь, что ты говоришь? Подумай сама. Он знает, во сколько вылет у Нильфер. Он отлично все спланировал, никто и не заметил, что Нильфер похищена. Ведь она на учебе в Нью-Йорке. Разница во времени мешает с ней сразу связаться. А самое страшное то, что они тебя полностью изучили. Они отлично знают, что в полицию ты не обратишься. Настолько изучили, что уверенно смогут подойти к тебе средь белого дня. Отвезу тебя домой. Оттуда поеду к себе. Где живет Таяр? Виникюи. Что мы людям скажем? Мы же ни о чем не договорились. Доверься мне. Извини за опоздание, дядя. Не проблема. Капитан, отчаливай. Давай туда, где чайки. Там есть рыба. Ну, как там Нильфер? Хорошо, почти успокоилась. Подай-ка мне вон то ведро.
Сегодня вечером Элиф со своим парнем придут на ужин. Зачем? Узнаем его поближе. Ты в чем-то сомневаешься, дядя? Я ведь и у полицейского узнавал. Я верю лишь в то, что видят мои глаза и слышат мои уши. Вот, например, если тебе предстоит лишиться какого-либо органа, что ты выберешь? Глаз или ухо? Я повторяю, глаз или ухо? Ухо. Не преуменьшай важность уха. Этот орган второй после мозга по количеству затрачиваемой энергии. Только подумай, насколько тяжела его работа. В лоне матери это первый орган, который развивается и начинает функционировать. И последний перестает во время смерти. Только подумай. Насколько это потрясающий орган. И рыбы его очень любят. Это же хрящ. Приманка должна быть немного твердой, чтобы рыба не смогла ее сразу проглотить и сбежать. Сначала она приблизится, проверит, что у тебя на удочке. Ты это почувствуешь. И потом резко ты это почувствуешь. И потом резко потянешь. Чтобы она еще сильнее присела на крючок. Вот так, смотри. Глянь. Ухо у нее в желудке, а сама она у меня в руках. Мехмет Ансер, Зафер Балабан, Дженг Демир. Подожди минуту, Арда. Он и так вывел меня уже, зависает постоянно. Посмотри на список, мы до ночи не справимся. Что я могу сделать, Арда? Как ускорить? Может, у тебя есть предложение? Она меня до чего кричать? Сабри не видели? Он должен был занести мне показания. Он вышел. Любимый, ты уже пришел? Что случилось? Ничего, это ненормальное уволило меня. Кто ослы? А есть еще ненормальные? Когда это произошло? После того, как я вышла? Да. Уверена, Элиф об этом не знает. Ослы не имеют права увольнять того, кого Элиф приняла на работу. Ты, видимо, не поняла. Она меня уволила, выгнала. Хорошо, не кипяти сразу. Я обязательно найду способ изменить эту ситуацию нам во благо. Ради бога, как ты это сделаешь? Она уже вручила мне документы об увольнении. Элиф, ей не помеха. Я все устрою, Левент. Все улажу. Послушай, мне не обязательно быть в офисе, чтобы сблизиться с Элиф. Люди и на улице превосходно знакомятся, есть тысячи способов. Возможно, дорогой, но Элиф любит героев. Поэтому тебе нужно сделать нечто неординарное, чтобы Элиф тебя заметила. Например, спасти ее фирму. Для тебя это детская забава. Это твоя подруга, и ты ее знаешь. Как свою ладонь. Закажем пиццу.
Иногда ты пугаешь даже меня. Давай, звони уже. Спасибо. Я так переживала, что закроетесь и не дойдет до меня очередь. Здравствуйте, чем могу помочь? Я хочу снять деньги. Минекиазым, это вы? Нет, это моя дочь. Но без вашей дочери мы не сможем этого сделать. И счет на ее имя, но мы вместе им пользуемся. Проверим. Фатмандер, это вы? Я. Ваше удостоверение, пожалуйста. А я подумала, что это ваша настоящая дочь. Здесь 57 тысяч. Сколько вы хотите снять? Снимем 1000. Хорошо. Или пусть будет 1500. Ладно. Прекрати, Демид. И кто тебе такое сказал-то? Мама, ну пожалуйста. Все девушки туда ходят, деньги зарабатывают, в сериалах играют. И потом, ты знаешь, сколько они платят? Сколько? Самое малое 500. Иногда 1000. Сколько? Вот-вот, а если еще сериал пойдет, то сразу разбогатеешь. Мамочка, ну пожалуйста, всего одна фотография. С самого утра ты ноешь, все мозги мне съела, Демет. Ты знаешь, что будет, если отец узнает, положит нас друг дружке и сам будет сверху хоровод водить, все кости нам переломает. А что будет, если папа узнает, что будет, иди спроси у него, потом придешь мне расскажешь. Пошли. Это тетя Фатма? Тетя Фатма. Долги платила или долги брала? Что я могу брать, ради бога, не говори чепухи. А вдруг кто-нибудь услышит, что потом скажет, а что я сказала? Чего ты так разнервничалась? Можно подумать, ты ограбила банк, а мы тебя поймали. Заплатила за электричество, теперь довольна? Дома дел много. Счастливо оставаться. Что-то не больно разговорчивая она. Демет, пошли, пока я на тебе не сорвалась. Ровно 8 я буду здесь. Хорошо. Поехали. Алло. Обернись. Иди потихоньку в сторону Румели и Хисара. Будь внимательна. Я в машине. Где ты ходишь? Я по делам бегаю. Я тебе послал фильм с тобой в главной роли, но, видимо, тебя это не очень заинтересовало. Кто еще знает о том, что вы втянули меня в свои грязные дела? И посмотри, не преувеличивай так свою славу. Не понравилось быть плохой девочкой? Ближе к делу. Разозлишь меня, отдам это видео в полицию. Чего ты хочешь от меня сейчас? Поговорим о работе. Я не буду с вами работать. Видимо, вы этого не поняли. Сегодня случилось кое-что плохое. Нилюфер. Она красивая, привлекательная девушка, ты это знаешь. Один из наших парней не сдержался, сделал глупость. Изнасилование — это большая травма, как ты понимаешь. Что вы ей сделали, скоты? Что вы с ней сделали? Я ее спас. Спас трудом, вырвал ее из его рук. Если ты не дашь мне того, чего я хочу, то я не буду защищать твою сестру. Закрою глаза на забавы парней. Ты поняла? Хорошо. Хорошо, говори, чего ты хочешь.
Хочу, чтобы ты создала фасонные ювелирные изделия и на каждую повесила ценник, превышающий реальную цену в 100 раз. Вот бланки заказа. В течение 2 недель ты должна мне предоставить 120 образцов украшений ручной работы. Элиф, вообще-то от меня легко избавиться. Вот если бы ты нашла эти алмазы, отдал бы тебе сестру, и меня бы ты больше никогда не увидела. Давай же, Элиф, найди эти алмазы. Спаси и себя, и меня. Я найду. Выходи. Умер. Он подъехал к моему дому, прямо к двери. Где он сейчас? Еще там? Уже уехал. Зачем он приезжал? Чего он хочет? Алмазы. Умер. Нам нужно все делать быстрее. Я не хочу, чтобы Нилюфер там дальше оставалась. Пожалуйста. Пожалуйста, спаси мою сестру. Элиф, я спасу твою сестру. Этот кошмар закончится. Успокойся. Ну все. Арда, я хотел попросить тебя кое о чем. Я слушаю. Мне нужны номера машин, которые стояли у дома Элиф между 5 и 7 часами. Хорошо, а что случилось? Эта собака снова прижала Элиф. Может, на камеру попали их изображения. Посмотрим, что там за красавчик. Хорошо, я сейчас же займусь этим. Спасибо. Хакан, ты видел, девчонка уже дома, ни на минуту не своди с нее глаз. Внимательно следи за всеми, кто входит и выходит из дома, куда уходит госпожа Элиф. Ты должен мне докладывать по минутам. Следи, не отрывая глаз, иначе я их тебе выколю. Он не сказал тебе, куда идет, мама? Я не спрашивала. Судя по тому, как он готовится, это должно быть очень важное место. Кисей никак не придет, он бы точно узнал. Уберешь это, дочка, чтобы под ногами не стояла. Держи, посмотри, тебе нравится. Мамочка, это же ты делала, как может не понравиться? Сынок, хочу у тебя что-то спросить. Спрашивай, конечно, мама. К чему такие приготовления? Мамочка, я не делаю ничего, что могло бы огорчить нашу семью. И не сделаю. Я и не сомневаюсь в этом, сынок. Мамочка. Пойдем. Дядя, какой ты красавчик. Что такое, умер? Я сильно удивлена. Может, ты идешь на свидание с подругой Сибель? У меня дела. Увидимся, мама. Хорошо, если дела. Не думаю, что ты позволишь себе сидеть у брата на шее. Увидимся, мамочка. Пойдем, я тебя провожу, сынок. Удачи, умер. Я открою, Хюлия.
Привет. Здравствуй. Элиф, ты не поверишь, что сегодня произошло? Аслы уволила господина Левента. Думаю, это очень большая ошибка. Попроси у него извинения от моего имени, пусть завтра опять приступает. Нет. Так не получится. Он обиделся как ребенок, нужно его как-то уговорить. Это серьезный человек, профессионал. Уйдет от нас, пойдет в другое место. И что же нам делать? А если я завтра организую вам ужин на двоих в хорошем месте? Подбодришь его, может, сможешь уговорить? Отличная идея. Только предупреди меня, а то я забуду, ты же знаешь. Не волнуйся, я дам тебе знать. Здравствуй, Бахара, здравствуйте. Элиф, ты поедешь с нами или со своим другом? Тетя Зерин, меня не приглашали. Или ты нашла себе нового друга? А ты не знаешь? У Элиф есть парень. Господин Омер. Мы все вместе едем к Таяру. У тебя есть парень? Мама... Вы поезжайте, я приеду с Омером. Он много времени провел в Италии, запутается в наших дорогах, я помогу ему. Не очень хорошо, что мы едем по отдельности, ну да ладно. Не опаздывайте, Аслы, Танер, вы готовы? У тебя есть парень, и ты мне не сказала? Я собиралась. Хорошо, Элиф. Хорошо. Не обижайся, пожалуйста. Не бойся, не бойся, это я. Ты заметила, я усилил контроль. Все для твоего спокойствия. Возможно, даже эту ночь я проведу здесь. Не бойся, все будет как раньше. И ты опять сможешь сделать все, что захочешь. Твоя сестра тебя очень любит, она старается ради тебя. Как моя сестра. В порядке. Если хочешь, пройдемся немного. Тебе это пойдет на пользу. На улице прохладно, накинь на себя что-нибудь. Пойдем. Элиф? Элиф? Я? Садись. Где ты ее взял? Арендовал. Даешь деньги и на несколько дней становишься богатым человеком. Или думаешь, что ты богатый? Ну давай, садись. Послушай, выглядишь совсем неплохо. Ты тоже ничего.
Зерин, дорогая, не хочешь выпить? Расслабишься немного. Не хочу, спасибо. Мы с Аслы не пьем. Не так ли, Аслы? Я бы выпила, дядя Тайер, но нахожусь под жестким контролем. Надеюсь, они не опоздают. Не понимаю, чего ты так переживаешь, мама. Через 2 дня он исчезнет так же, как и появился. Напрасно волнуешься. Но зачем ты так? А может, на этот раз у Ильи все серьезно? Кто бы сомневался, но серьезен ли он? Вот это вопрос. Элиф, подожди. Пойдем быстрее. Первое впечатление очень важно. Если мы так войдем, они сразу поймут, что мы не влюблены друг в друга. И что же делать? Быть ближе. Как ближе? Пойми же. Мы должны сблизиться, чтобы все выглядело правдоподобно. Конечно, не настолько, чтобы твоя мама меня возненавидела. Как-то это не натурально, да, будто мы супружеская пара с 40-летним стажем. Возьмемся за руки. Между нами сможет проехать грузовик. Они сказали, что приедут сразу. Извини, Тайер. Не проблема, Зерин, не волнуйся. Я проголодалась. Может, мы начнем? Да, Пинар. Ты говорила, что весь день ничего не ела. Да, ты права. А вот и они. Пойду встречу молодых. Я сам открою, дочка. Извини, дядя Тайер. Добро пожаловать, молодежь. Здравствуйте. Меня зовут Тайер Дюндар, а меня Омер Джанер. Очень приятно. Для Элиф я как отец. Она мне о вас рассказывала. Я понимаю, как вы для нее важны. Хотел бы я применить то же предложение к вам, но расстояние помешало. Элиф ничего не рассказывает о вашей дружбе. Но ничего, этим вечером мы познакомимся. По этой причине я здесь. Прошу вас. Всем доброго вечера. Здравствуйте, госпожа Зерин. Здравствуйте. Вы немножко задержались. Были пробки? Прошу прощения, это моя вина. Давно не был в Стамбуле, дороги очень поменялись. Пару раз сворачивал в неправильном направлении. А навигатора у вас нет? Привет. А ты, я так понимаю, Аслы? А ты Танер. Очень приятно. Простите, что я с вами на «ты», но Элиф мне столько о вас рассказывала. Она всегда говорит, когда скучает. Как же назывался тот лагерь, куда вы ездили вдвоем в Швейцарии в 2001-м, помнишь? Я слышал о нем 1000 раз. Элиф? Ты ведь обо мне и не вспоминаешь никогда. Ну что ты, дорогая Аслы? А где Джан? Хотелось бы с ним тоже познакомиться. Ничего себе. Джан у своего папы. Это и к лучшему. Он влюблен в свою тетю и не захочет ее ни с кем делить. Все ясно. Нам будет о чем поговорить. Пройдем к столу. И действительно, от удивления мы еще даже не присели. Это отличная идея.
Я думала застать здесь Мерта. Он здесь. Дорогая, позовешь Мерта? Конечно, дорогой. Арда, оставь в покое телефон. Какая там следующая фамилия по списку? Я проголодался. Может, сделаем перерыв? Нет, я продолжу. Пелин, Арда. Прокурор просит досье на Денизеров. Зайдите ко мне в кабинет. Конечно, как скажете. И еще помните, мы заводили досье пострадавших по кооперативному делу. У них еще были стычки с Ахметом Денизером. Найдите мне их имена. Сейчас сделаю. Отдадим их прокурору, пусть вызовут для дачи показаний. А вы чем занимаетесь? Я же сказал вам принести мне папку. Нам конец. Это совещание продлится до утра. Что случилось? Вышло дело. Давай, я найду то, что вы ищете. Чего уставился? Не вы ли просили о помощи, чтобы я был на вашей стороне? Вам не угодишь, блин. Давай же. Что ищем? Мы должны выбрать из этого списка тех, кто когда-либо привлекался, и распечатать их фотографии. Умер сказал, ну все, все, достаточно. Моя цель всего лишь помочь брату. Я не намерен совать нос в ваши дела. Брат, мы придем, как только закончится совещание. Хорошо. Приятно было познакомиться и мне. Ну, и как вы познакомились, как в фильмах? Дорогой, может, ты расскажешь? Умер лучший рассказчик, чем я. Вообще-то, это обычная история, не из области фильмов. По работе. Мы поставляем камни для FKM. Как-то раз возникла проблема с заказом. Я хотел связаться с Элиф, чтобы извиниться, но нас не соединили. Элиф не особо прислушивается к собеседнику, вы это знаете лучше меня. Она упряма. Конечно, ее можно понять. Было дано слово, что поставка будет осуществлена. Она злилась, бросала трубку. Я понял, что таким образом ничего не добьюсь, сел в машину и поехал к ней в ателье. Он очень любит делать такие сюрпризы, не обращает внимания ни на время, ни на место. Появляется и все. Это она про то, как я сел возле нее в самолете без предупреждения. И вот приехал я к ней. Оказывается, Элиф думала, что умер Джанер, 70-летний старик, очень удивилась. Чтобы сгладить все углы, я пригласил ее на ужин. Слово за слово, с тех пор не отхожу от нее ни на шаг. До сих пор под впечатлением. Она самый прекрасный подарок, который подарила мне жизнь. Когда это случилось? Прошлой весной, прошлым летом. Было солнечно. Для меня, зимнего ребенка, любое солнце — это уже лето. Значит, ты родился зимой. Откуда вы? Из Анкары. Мы из Дикмена. Но я родился и вырос в Кандиле. Начальное и среднее образование получил в Лондоне. Ради высшего поехал в Рим, там и остался. Одного понять не могу. Мы импортируем камни из Южной Африки. Что-то я не припомню вашей фирмы. Да, дорогая, ты права. Мы в основном так и делаем, но камни для особенных коллекций я заказываю в фирме Умера. Они поставляют самые хорошие камни. В таком случае я тоже хочу на них посмотреть в самое ближайшее время. Конечно. Камни есть камни. Не понимаю, что женщин в них так привлекает.
Даже при одном упоминании ваши глаза начинают блестеть. Вы правы. Самое драгоценное, что есть в этой жизни, это алмазы. Только задумайтесь, алмаз можно разрезать только другим алмазом. Так, в таком случае поднимем бокалы за Элиф и Умера. Добро пожаловать, вы принесли радость в мой дом. Какой свежий воздух, не так ли? Да. Ты замерзла? Я в порядке. Какое красивое созвучие, Нилюфер. Это лотос, да? Почему тебя так назвали? Не знаю. Лотос — единственный цветок, который не пахнет. Но очень красивый. Как и ты. Его листья устроены так, что вода стекает по ним, забирая с собой весь мусор. Я и не знала о своем имени столько всего. Вот и хорошо, теперь если кто-то спросит, сможешь ответить. И улыбка тебе очень к лицу. Можно? Надоела семейная беседа? Немного. Понимаю. Элиф говорила, у меня веселая семья. Веселая, но многочисленная. У нее есть еще одна сестра, но, кажется, ее здесь нет. Нилюфер? Да, здесь ее нет. Кто знает, где она? Она разве не учится в Америке? Мне так сказали. Или я что-то путаю? Нет, она там. По крайней мере, должна там быть. Я возьму себе еще. Будешь? Нет, спасибо. Его зовут Левент. Я его уволила. Элиф в холдинге не появляется. Зачем он нам нужен? Сколько еще господин Омер пробудет здесь? Не думаю, что долго. У него там есть дела, за которыми нужно следить. Как вы будете продолжать эти отношения? Вы говорили на эту тему? Не знаю, вообще не говорили. Не понимаю, как это возможно. Ты здесь, он там. Не знаю, мама, я об этом не думала. Или у тебя с ним все серьезно? Ну, и как там Рим? Отличается от здешних мест? Конечно, отличается. Получается, ты живешь там уже много лет? Да. Омер Демир. Не надо. Ты меня не помнишь? Я твоя одноклассница, Пинар Сезер. Почему ты врешь? Прошу тебя, не веди себя как Нилюфер. Ты уже взрослая женщина, ты должна организовывать свою жизнь. Судя по тому, что он приехал к тебе, его намерения серьезны. Мы поговорим об этом, когда возникнет необходимость, хорошо? Посмотрю, чем там занят Омер. Элиф, прошу меня простить, тетя Зерин, могу ли я с тобой поговорить? Конечно. Ну, рассказывай.
А может, зайдем в комнату и расскажем о наших школьных приключениях? Госпожа Зарин очень огорчится, когда узнает, что ты учился в обычной государственной школе. Расскажем им, что ты был отличником. Или можем рассказать, что ты вырос не в Кандили, а в Анадолу Хисари. Что скажешь? Что скажу? Скажу, что десерта не хватает. Хочешь, я расскажу дяде Таяру, что у вас любовь с Танером? Не говори глупости, глупости. Я видел, как ты весь вечер смотрела на ослы. Конечно, не считая ваших взглядов с Танером. Ты в одно время пропала, потом появилась заново накрашенными губами. Что случилось? И у Танера губы были красные. Я не прав? Держись от меня подальше. Без проблем, если и ты будешь от меня подальше. Нет, Элиф, я был в Нью-Йорке, и ее там нет. Нилюфер в Нью-Йорке. Возможно, она просто не хочет с собой видеться, поэтому не показывается. Что, ее друзья мне лгут? Да. А ты знаешь, почему она не хочет со мной видеться? Не знаю. Но если ты о чем-то догадываешься, то могу тебя выслушать. Послушай. Я знаю, что вы должны были с ней встретиться на моем дне рождения. Что случилось той ночью? Если ты готов рассказать, то я готова тебя выслушать. Пойду помою руки. Я только стала его расспрашивать, и ты тут пришел. Он знает, что Нилюфер нет в Нью-Йорке. Я заметил. Он переживает не меньше нашего. Поехал за ней. Он не вел бы себя так, если бы хотел причинить ей зло. Пойдем. Прошу меня извинить, утром у меня совещание, вынужден вас оставить. Куда вы? Сейчас принесут десерт. Куда вы? В следующий раз. Надеюсь, этим ужином все не закончится. Приходите и к нам тоже. Спасибо, вы очень любезны. Дядя Таяр, с вашего позволения, мне тоже нужно идти. Конечно, дочка. Дорогой Омер, мы должны встретиться еще раз до твоего отъезда в Рим. Может, поговорим с глазу на глаз? Я тоже планирую начать дело в Риме. Дашь мне пару советов, как делать бизнес в Европе. Ну что вы, с большим удовольствием. Элиф, дорогая, я буду тебя ждать. Нам нужно поговорить. Хорошо, мама, не волнуйся, я не задержусь. Всем доброй ночи. Доброй ночи. Спасибо, всего хорошего. Доброй ночи. Благодарю. Может, отпустишь уже мою руку? Ах, да, она у тебя вспотела. О, Аллах, дай мне терпение. Кстати, ты был на высоте. Должна сказать, я под впечатлением. Ты изучил все музеи. Даже Микеланджело знаешь. Я закончил университет. Ты думаешь, что все, у кого нет денег, невежды? Нет, я не это хотела сказать. Это была похвала. Ты действительно был хорош. Рассказ о нашем знакомстве. И откуда ты знал, что во время выставок случаются задержки с поставками, и бизнесмены приходят обычно 70-летние? Хочешь, я тебе что-то скажу? Ты тоже была очень даже неплохо. Поехали. Да, братишка. Брат Элиф рядом. А что? Срочно приезжайте на набережную Кючук-Ялы, мы вас ждем. Хорошо, едем. Что случилось? Прыгай.
Хочешь, немного посидим? Можно. Хорошо. Тебе понравилась прогулка? Да, спасибо. Не за что. Может, сказать ребятам, чтобы поставили чайник? Нет. Это что-то в горле пересохло. Можно мне стакан воды? Тоби? Конечно. Омер, мы исследовали тот список, который вы нашли в клубе аквалангистов. Скажем, нам помогли это сделать. И что? На 6 человек заведено уголовное дело. Посмотри, есть среди них знакомые? Это не он. Это не он. И это не он. Он тебе знаком? Это он. Омер, это он. Это тот человек, который нас похитил. Хорошо, хорошо, успокойся. Мы очень приблизились. Этот человек приведет нас к Нилюфер. Мы спасем твою сестру, Элит.